Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами познакомимся с монеткой Zana Coin и попробуем ее майнить. Можно сказать, что видео сделано по просьбе трудящихся. Мне написали, подписчик в телеграм-канале написал, как можно майнить Zana Coin. Правда, это было несколько дней назад. Я попробовал и решил с вами поделиться. Возможно, кому-то эта информация будет интересна, полезна. Кто-то посмотрит, кто-то попробует. Ну, давайте посмотрим, что это за монета. И попробуем ее помайнить. И что у нас с этого получится. Итак, насколько я так бегло изучил эту монетку, это ответвление от монетки Bullberry. Мы находимся на главной странице монетки Zana. Давайте прочитаем, как бы, что она из себя представляет вкратце. У нее гибридный майнинг, то есть она майнится и как на видеокартах, на процессорах, так у нее есть и POS майнинг. В принципе, ссылочка будет в описании, почитайте, что они сами про себя пишут. У них есть несколько фишек, это стейкинг и свап, то есть можно менять монету Bullberry на Zana. И стейкинг – это то есть замораживать Zana и как бы, ну, на депозите и получать проценты. Давайте сразу посмотрим, какие ресурсы нам доступны. Переходим на GitHub и смотрим. У нас есть, можно скачать кошелек для Windows. Можно скачать три майнера. Это CUDA майнер, OpenCL майнер и CPU майнер. CUDA как бы для NVIDIA, OpenCL для AMD и CPU это для процессоров. Что у меня получилось запустить, это только OpenCL. На RX 574 без проблем работает. CUDA майнер я так и не смог запустить. Вернее, я как бы его запускаю, он у меня начинает работать и потом просто выскакивает окно, что прекращена работа майнера. И закрываю. И, в принципе, все, и останавливается работа. Так я и не победил его. А на AMD без проблем работает. Но, скажем так, по доходности и по перспективе большие-большие вопросы по этой монете. Мы сейчас с вами к этому подберемся. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит их кошелечек. Как видите, что я вот майнил. Один Zana я уже вывел на биржу. Не продал, но вывел. И у меня еще приходит сюда Zana. Ну, я вот решил домайню, чтобы у меня до целого числа, то есть до двух Zana. И буду останавливать тоже майнинг. Не знаю, особой перспективы я не вижу. Дальше майнить, именно майнить Zana. Я скажу чуть-чуть позже, почему. Почему позже? Прямо сейчас скажу, почему. Потому что они предполагают в недалеком будущем сделать свап. То есть можно напрямую менять монетку Bullberry на монетку Zana. Один к одному. Давайте посмотрим монетка Bullberry. Вот она у нас, монетка Bullberry. Майнится она на Lucky Pool. Можем перейти вот и посмотреть, что из себя представляет эта монетка. Не будем ее углубляться. Здесь есть примерный хешрейт. Смотрите, вот примерный хешрейт, который на пуле пишет. Это 2 мегахеша на картах RX 470, 570, 480, 580. И калькулятор. Вбиваем тут 2 мегахеша. Получаем 0.43 Bullberry или 43 цента в сутки с карточки. Ну, такое себе. Алгоритм Wild-Kesak. Ну, запомнили эту информацию. Соответственно, 0.43 Bullberry с одной видеокарты мы можем получить, майня, в день. Теперь давайте посмотрим, что у меня получилось, майня Zana напрямую. И какое примерно количество Zana я могу намайнить. Давайте перейдем на пул. Вот он пул, Fair Pool. Ссылочки все будут в описании. Zana Fair Pool, Zana Mining Pool. Я пробовал майнить пятью видеокартами RX 574. Средний хешрейт у меня 37 мегахеш. Давайте мы вобьем в их калькулятор и посмотрим. В среднем у нас получается, что мы можем намайнить 0.8 Zana в сутки.
0,8 за нас в сутки из 5 видеокарт. Вернемся на Булбери и посмотрим. 0,43 Булбери в сутки с одной видеокарты. Соответственно, с 5 это будет 2. 2 Булбери. 2 против... ну, тут скачет, но на самом деле 0,8. Две монеты против 0,8. При этом они как бы обещают, что в ближайшем будущем у них будет своп, то есть это обмен Булбери напрямую один к одному на Зана. То есть майнить Зана — такое себе удовольствие, потому что вы майните проще, если вы хотите монетку Зана, то есть проще майнить Булбери и потом поменять Булбери на Зана через своп один к одному. И у вас получится в 3 раза больше монет. То есть как-то вот этот вот момент мне непонятен. То есть разработчики, ну, не знаю. Короче, невыгодно майнить Зана. И давайте посмотрим, что у меня получилось и на какую биржу я зашел. Вот я зашел на биржу BitMEX. Торги, скажем так, не то что вялые, они практически отсутствуют. Так, вот, видите, я выставил один Зана, я свой завел, вот он мой один Зана, и я выставил его вот по такой цене, по текущей цене, если в биткоинах, это по 4 доллара, и, как вы видите, торги еле-еле душа в теле, кто-то что-то покупает, но практически торгов нету. Есть еще одна биржа, но я на ней, честно говоря, не смотрел, вот на BitMEX. Честно говоря, даже не знаю, продам я вот по этой цене или выставлюсь. Тут даже, видите, уже пропали и по вот по эти 33 на закупку нету ничего. То есть, ну, мне кажется, зря я ее майнил, но меня попросили, я попробовал. Сейчас у меня домайнится, давайте посмотрим, домайнится до, ну, вот сюда, чтобы у меня было ровно 2, вот сейчас до выплаты, вот тут домайню и буду устанавливать майнинг этого Зана. Не знаю, продать его не продается он, хранить. Ну, а давайте стейкинг теперь посмотрим. Ну, и есть у них стейкинг. Включаете прямо в кошельке вот тут вот стейкинг on. И вот вкладочка стейкинг. И тут в зависимости от вашего количества монет Зана у вас, по идее, должно как-то происходить, как в депозите, расти проценты. Так как у меня здесь монет никаких особо нету, у вас должны вот этот баланс ваш заморозиться и капать какие-то проценты. Но, опять же, повторяюсь, майнить Зана, ну, такое себе удовольствие, с учетом того, что разработчики обещают, что Булбери будет один к одному меняться на Зана. Если вы хотите, просто вам интересно поучаствовать в этом проекте Зана, то, мне кажется, проще майнить Булбери, и потом, когда заработает этот своп, просто поменять монеты, и вы получите в 2, а то и в 3 раза больше монет, чем вы будете напрямую майнить Зана. То есть такое себе, скажем так, очередной непонятный проект. Ну, я вот попробовал, помайнил. Можно считать, что 2 дня я майнил это Зана. Ну, видите, намайнил всего лишь 2 монеты. Если бы я майнил Булбери этими же картами 2 дня, то я бы намайнил бы 4 или даже больше, или даже 5 монет. То есть в 2,5 раза больше. Так, что я еще вам не показал? Ссылочки оставлю все в описании. То есть CUDA майнер как-то не работает, у меня не получилось. CPU майнер я тоже не смог запустить, у меня пишет, нет подходящего девайса, который должен майнить. А сам алгоритм, это очень похоже на алгоритм PROC-POV, такой же хешрейт примерно, как на PROC-POV. Я пробовал майнером PROC-POV майнить Зана, ничего не получается, пул не принимает, то есть это какой-то майнер, вот майнер, он прог майнер, но слегка модифицированный под монету Зана. То есть я сильно не разбирался, потому что, ну, не особо интересная монетка. Что тут разбираться? Итак, имеем Зана, имеем это ответвление от монеты Булбери. В перспективе Булбери будет через своп меняться один к одному на Зана. Но это интересно просто как технология, друзья. То есть интересный кошелек. Можно заниматься стейкингом, можно майнить Булбери, потом Булбери свопать на Зана. Ну, вот такой вот туда-сюда, кому, в принципе, интересны технологии, тот может этим заниматься. Может быть, интересный проект, может быть, когда-то с ценой что-то изменится.
Но, как видите, продаж нету, хотя на бирже она есть, спроса нету на ZANA особого. Может быть, на другой бирже какая-то торговля идет, но майнить и заработать в текущую на ней невозможно. То есть, если вы хотите майнить и зарабатывать прямо сейчас, ZANA — это не та монета, на которой нужно это делать. Ну все, все ссылочки будут в описании, друзья. Такая вот монетка, мы с вами познакомились. Ну, очередной проект, скажем так, криптовалюты. Ну, и просто для меня был интересен просто как технология. Все, друзья, если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите ваши комментарии. Я решил просто вот дальше делать некоторое видео больше с упором на описание технологии монет, что интересного предлагают различные разработчики, а не текущий майнинг. Если вы хотите текущим майнингом заниматься, можно майнить эфир и не заморачиваться. Все, друзья, всем пока.